Башкортостане разработают программу субсидирования районных бюджетов для создания инфраструктуры в садовых товариществах. Об этом заявил председатель профильного комитета Госсобрания Альфариз Байчурин, комментируя рассмотрение нового законопроекта. Ранее мы сообщали, что в башкирском парламенте готовится принять в первом чтении документ, предусматривающий передачу садовых товариществ под муниципальную ответственность. Предполагается, что районы и города будут отвечать за асфальтирование дорог, прокладку водопроводов, монтаж электросетей и так далее. Ранее вся эта работа возлагалась на самих садоводов. Однако депутаты отметили, что понимают нагрузку, которая ляжет на региональные бюджеты, и готовы принять дополнительные подзаконные акты. Ну и в республике планируют запустить специальную региональную программу, которая обеспечит муниципалитеты финансированием. Я думаю, что это будет внести Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, которое будет разрабатывать как раз вот несколько подзаконных актов. Это будет утверждаться, я думаю, что постановлениями. Это будет порядок осуществления мер государственной поддержки ведения садоводства и, конечно, государственной программы Республики Башкортостан. Парламентарии отмечают, при разработке законопроекта изучали опыт других регионов. Так, например, по данным Союза садоводов, в Татарстане на один вложенный садоводом в инфраструктуру рубль правительство региона добавляет еще два. Власти Санкт-Петербурга, как отдельного субъекта федерации, полностью финансируют содержание и ремонт коммунальных сетей в садоводческих товариществах.